Всем привет, с вами Бартоломео. Ты ноги ломаешь тут. Там Эндермен. Помогите, там Эндермен. Там плохой Эндермен. Ладно, давайте, побежали, в общем, дальше. Всем привет. Привет. Мы опять веселая компашка. У меня теперь постоянно предчувствие, что за мной бежит зомби. Нормально, не бояться. Ой-ой-ой, я уже не зомби. А ты кто? Как ты зазомбировался, люди? Ты не крипер. Пойдем, ангел. Да, иду. How do you do? Пойдем. How do you do? Красные грибочки. Дайте еды. Кстати, для супчика красные грибочки нам нужны. Дайте еды. Мы пробираемся сквозь... Иди на. Капс. Меня услышали. Спасибо. Течу. Через что мы пробираемся? Ты поменялся на стрелу? Течу, через что мы пробираемся? Джунгли. Заросли. Тебя не слышно вообще. Заросли пробираемся. Через джунгли. Джунгли. Если ты смелый, ловкий и умелый, тебе придется прыгать и пробираться через эти, блин, листву. Лодки есть? Лодки? Еще рано. Какие лодки? Я же бегу тут джунгли. Какие джунгли? Я уже у воды. Люди, а вы по иксу, может быть, неправильно бежали? Я не знаю. Я бежал, я кинул свою команду. Я капсика вижу. О нет, Инга, ты была права. Тут... Джунгли так, заканчиваются, так. И у нас опять море. Ну я же говорю, что море. Лодки есть? У меня есть дерево, и немало дерева. Лодки нет, дерево. Дерево сейчас я добуду, пока вы добежите до меня тут. 4200 у меня, 37. Да вот мы все тут. Вы меня нашли? Нет. Я тут... Нам бы себя найти. Я кого-то вижу. Где вы? А мы тут все вместе. Мы рядышком. Мы все вместе бежим. Здорово. Ну, за курочек еще поубивали. Ну я просто по джунглям пробирался прям. Да я сразу... Зачем? Все правильно, все хорошо. Давайте лодки. Сейчас будут лодки, люди. Ну давай так, быстрее. Люди, заберите, пожалуйста, кто-то это. Заберите сундук. Сундук, он где тонет. Сундук? Вот где сундук? Сундук. Где он? Сундук. Я забрала. Бяка. Сундук. Бяка. Почему бяка? Ну что я хотел. Я попробую сейчас огромное дерево спилить, оно получится? На, капсик, давай. Возьми, а то у меня нет места для лодки. Ну давай еще, пожалуйста. Капс, спрыгни давай, вниз. Все, люди, ломайся. Лодки. Ломайся. 16 лодок, люди, и 3 лодки еще валяются. Ломайся. Где лодки? Смотрите, где лодки? Яблочный дождь. Ура! Яблочный дождь, я дерево спилил. Дайте лодку, блин. На, у меня этих лодок, боже мой, пол инвентаря уже. Мне кажется, тут ковчег целый разбился. Кстати, я сегодня ходил на ковчег. Анки, на, он тут лодка. А что за ковчег? Ноев ковчег. Ой. Так, возьмите у меня 3 грибочка, пожалуйста. Да вы меня можете кидать, я пустой все время. О, бегаю. Папсик, дай лодку, пожалуйста. У меня 5 их. У меня было целых 2 стека. А это подтолкну тебя. Подождите, стоп. Сели. Поплыли. Давайте, поплыли по прямой, смотрим, что там дальше. Ну, главное, чтобы не опять 200 координат воды одной. Зато, с другой стороны, мы очень быстро пробираемся это все. Кстати, да, это очень даже неплохо. Ой. У меня уже 4300. Да, 4300. И плывем. Я самый последний, зато я всех вас вижу. Неудачник. Ну как неудачник? Первый тут ты о чем? Я сейчас баллончиком всех отравлю, если вы будете меня обгонять. Да, я тебя не обгоняю. Нет. Эй, ты, блин. Я подрезала. А мне Кавзлин подрезал. Взяла Барто, подрезала, но у меня еще есть одна. А у меня их еще есть много. Надеюсь. Не знаю, как я вас подрезаю. Нифига себе, как капсул уехал. Вот именно. Ты что, мы с тобой в одной лодке или в двух разных? Не, вы в двух разных. Классно. Ой, какой-то осторожно, океан. Киты, в китов это? Не врезайтесь, умрете. Да не умру я. Я умерла. Нет, ты не умерла, ты разбила лодку. Ага. Барто, ты меня обогнал. Ладно, я сейчас бегу. О, нефть. Я на нефть пошел. Я там ускорение. На нефть пошел? Давай, я за тобой на нефть. И все такие срулили. Оп, а что это такое? Кто лодку кинул? Это такая подстава, так, оба. Кто кидается? Я кидаюсь лодками. Оба.
Ой, тут остров. Никто не врезался? Я врезалась. Ну там еще есть лодка, ты еще че лови их. Нормально, у меня еще 4. У меня одна, я больше не буду ставить лодки. Мне тоже это маленький остров, давайте дальше. Да, да, само собой, дальше плывем, смотрим, оплываем его. Я предлагаю в какой-нибудь серии вызвать босса и убить его. Босса? Да. Я думала, босс у нас Барто. Ну, Барто само собой босс. Нет, есть плохие боссы, а я хороший. Анка, ты где, я тебя не вижу. Я за Капс. Я Капса не вижу. Я Капса вижу, но они отстают от нас чуть-чуть. Мы плывем, все плывем. Барто, я вижу только тебя. Смотри, 5000 уже проплыли. Кто-то мины выставляет, я в них ударяюсь и падаю. Это не я. Да-да-да, конечно. Вам камни не видно, как я скидываю? Мне не видно, я увы не вижу ничего. Воу-воу. Тут только что шельф такой был, можно было случайно в него врезаться. Ага, сейчас врезаться. Размечталось так. Хотя потом у меня есть одна идейка. Какая? Потом. А ты плывешь и кричишь мне в ухо или как? Не насраться. 5000-ная координата, офигеть. Я никогда так далеко не была. Здорово. Ну, вот, я думаю, мы еще дальше. Это мало еще, Инга, поверь. Ну, тут пока не очень интересно, я смотрю, одна вода. Так что, дети, не бегайте сюда. Мне нравится. А потом мне, кстати, одна идея, потом скажу эту идею. Скажу. Она тебе понравится. Ну хорошо. О, нефть. Вижу нефть, плыву за нефть. Ускорение. А ведра нет ни у кого, можно, знаешь, так хватит нефть ведром и поплыл дальше. Блин! Что там? Нам надо было. А знаете, что взять мою яхту, которая у меня на майке стоит? Не понял. Мы бы тогда очень долго на ней плыли, она, мне кажется, почти не едет. Лодку оставьте, ну куда? Она наоборот очень быстро едет. За Капсом разворачиваюсь, поехал за Капсом. Почему за Капсом? Капс упал. Я разбила, я даже не дотронулась. Да ладно, на лодку. Капс, где ты примерно, расскажи. Я вижу, я домой. Люди, вы где? Я вас ищу. А вы теперь давайте вдвоем будете на одной. Не, у меня лодка, уйди от нее. Тихо, осторожно, меня еще собьете. Знаете, одна лодка есть. У меня тоже есть одна лодка. Моя. Капс, где Капс? Капс взял лодку? Капс, там лодка тебе стоит. Спасательный круг не нужен? Спасибо. Зато я теперь первый и могу камнями кидаться. Видно, как я кидаюсь? Видно, как ты кидаешь. Я с баллончиком сзади. Скидываем лишний груз. Ангел, как тебе идет друг? Сейчас тебе будет подарочек, ангел. А, смотри. Мотопор, ангел. Барто, повернись. Барто, повернись. Ангел, мотопор к тебе уже едет. Ангел, ты, блин. Ну, что ж ты сделал? Моя лодочка, моя лодочка. Ангел, отдай лодку. Чего вы друг друга там лодки воруете, что ли? Вы разбились с ангелом вместе. Ты меня топором ударил. Смотри, как секунды бегут, ангел. прям 5800. Тормозило, так нечестно. Эй, ночь! Или кто там, кто сейчас управляет майном вообще? Джеб, сделай, пожалуйста, землю. О, земля! Вижу землю! Эй, вы где, люди? Вы меня зима, люди, мы доплыли на Северный полюс, походу. Здорово! У нас зимний биом? Бам! Разбился. Все. У нас зимний биом. Давайте ко мне, швартуйся! Я причал тут построю пока. Швартуйся. Давай. Швартуйся. Швартуюсь. Не понял, я не разбил. Капс, ну ты. Я тут причал, видели, строю. Ангел. Барто. Нет, я бы убегал. Кстати, тут вода ледяная. Люди, постойте меня постойте, подождите меня. Дайте мне покушать. А, у меня есть. Да, я пришел на. Капсик на. Все скинулись, так мне жатвой. Мне теперь бегать по льду собирать. Звезды на льду. О, Барто, смотри, это красивый камень, он красный, он гранит. Все, я все сос. Да, мне вот этот красный тоже очень нравится, кстати. У-у-у, палки! Можно хоккей устроить тут целый. Пошли. Здесь снеговики есть? Ну, должны быть, можно будет найти. Побегать и... Тут еще Джеки. Ух ты! Ой, тут холодная вода, мне не нравится холодная вода. Не переживай, она теплая. Это тебе только так кажется. Ну да. О, ангел, сник. Ты где? Я вон с баллончиком. Юный граффитист. Слушай, там какая-то херня. Дракон какой-то. Я вижу, он. Он злой. Я вижу, тут дракон один уже это. Постарался. Как не бывало, вышел прям с той же точечки. Полежал, значит, чуть-чуть подумал. Ребята. Что там?
О, хотя я, у меня, не ломай, не ломай, не ломай. Капс, блин, нет. Нет, капс, урод. Урод, капс. Зачем ты ругаешься, течек? Урод, нельзя бежать, челочек, нельзя, они хорошие. Мы взяли, газу, взяли гора, гора и люди. Гора. Прямо смысл это гора. Гора о горах. Какая гора? Эверест? Это Эверест или Арараст? Эверест, Арараст. Эверест, Арараст? Это Арараст. Это Опитараст. Оу, не надо, нет, это тоже плохие слова. Инга, ты чего сегодня пила? Мне так, нравится в зимнем бёрне. Инга, спасай пчелочку. Еще пчелки. Спасай пчелку. Аня, у меня кем лаву выкину. Где лав? Капс. Нет, у нас не пьяная Инга. У нас зимний биом, мы очень долго плыли, мы как это путешественники, знаешь, которые сошли из долгого плавания на землю, они всему удивляются, все трогают, бегают и хотят пощупать. Люди, где будем останавливаться? Может быть, в горе остановимся? В горе. Нет, в горе не надо, бежим. Пока день, мы будем бежать. А, блин, сейчас будет ночь. Я предлагаю, как бы, еще по пути животных каких-нибудь. Только не его. А, не-не-не, только не этих. Спасайте. Он улетает куда-то. Он улетает за мной. Он... Да? Ну, плохо тебе, убегай теперь от него. О, я ущелька нашел. Вот сюда, это такое оно напоминает... А если их не трогать, они не нападают? А, да ангел, они нападают в любом случае. Не-не, они... мы туда не идем, у нас нападают? День еще. Течь. Давайте его убьем. Порто, ночь, уже знаешь сколько времени? Блин, он нападает, капсик, осторожно. А его убить можно? Ангел, осторожно, он тебя с одного укуса съест. Укуса? Порто, у нас... Идет меня. Порто, у нас 18 часов вечера уже. Да? А где часы? У тебя есть часы? Да. Покажи. Он, видишь, он уже, солнце садится, видишь, там оранжевое такое небо. Что он дает? Он ничего, кроме алмазиков. О, алмазы, давай, да, я хочу алмазы. А да шучу, Йонь, он без алмазов. Алмазы... Сейчас я ему с руки дам. Да с руки дашь. Шамара ему. О, меч, спасибо, капс. Меч, он меня сейчас ждет, убивать тебя. А я по нему яйцами стрельну. Какими яйцами? Ты чё, Тича? Побереги яйца на морозе. Капс, беги, капс. У меня кончился меч, так нечисто. Капс, беги! Беги, капс, беги! Ой, звезда! А, блин, нет! Звезда, а я выжил? Нет. Ну что вы так, путешественники? Ангел, тут твоя могилка. Я знаю. Будем помнить тебя. Будем помнить ангела. Большого ангела. Ты сдохли? Нет, ну тебе же остался, смотри, он успел. Ангел, будем помнить твою могилку. Я твои знаю, бедные, если на ней потанцевать, то она тут появится, я думаю. Бам-б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 ам. Давай ее вызывай сюда. Бам-б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 ам. Дом разбивай, Теча. Бам-бам-бам-бам. Уйдите, моя могилка, дайте я ее забрать. Спасибо. Капс, конечно, все забрал? Ну, Капс, ну как всегда. Мяско, верни, Капс. Капс, верни еду. У меня вообще нет еды. Сейчас покажу. Вы мне яйцо, не понял. Какое яйцо? Еду верни. Яйца на морозе береги. У меня есть это, ангел, не переживай, я с тобой поделюсь, я добрый человек. Да, я какую-то штуку достал. Дай еды, а у меня ее нет вообще. О, она сейчас, опыт ангел, дает. Подожди. Спасибо. Порту. Она опыт дает. Малончик, ура. Зачем мне? Сундук был у тебя, кстати. Какой? Я сундук один поставил. Какой такой сундук? Все, у меня нет места. У меня мой друг скелетон. Скелетрон. Если что, я в ущелье спрыгнул, тут вода есть. Порто, давай сейчас немножко что будем крафтить, давай. Ну, давай тогда привал тут сделаем, капса отправим в ущелье копать, а сами с тобой покрафтим, хочешь? Давай. А, так, что, давайте начнем. Так, у нас есть сундуки заняты, меньше вы. Ну ладно, как раз таки, может быть, сейчас они мы этим не займемся. Капс, осторожно, там пропасть. Да, да, так, блин. Как так-то можно было? Держи факел. Локи, да. О, спасибо. Все, я пошел копаться. Так, нам надо что-то где-то, что хранить можно. Я предлагаю сделать нам рюкзачок все-таки как-нибудь. А, можно, который весит в два раза больше твой инвентарь. Такой есть, но он... Для него надо, знаете, сколько железом? Сколько? 6 железом для каждого. Я же дробила, я же все время крутила шарманку. Первую серию. Четвертую. Всю серию крутила шарманку. Что, давайте сейчас построим свою печечку хорошую. Тогда нам надо будет лаву. Лава?
Хорошо, лава, лава, лава. Надо нам сделать сначала ведерко, наверное, железное есть. А у меня есть ведро. Вот оно. Давайте мне вниз. Нет, нет, у меня все есть. Все, я вылил туда вниз вам водичку. Да, еды. Классно. Еды? У меня есть. Да. Что? Вот. Ой, тут ко мне гости идут. Ангел, спасай, меня нету. Спасай. Какие спасай? Я уже внизу, все. Ну кто это? Я строил, взяли, сломали. Нет у меня еды, капс. Я даю, у меня есть еда. Я к вам спустил еду, люди, я к вам еду спустил, ангел, видишь, я там к вам еду спустил. Ты спустил к нам свинью, а не еду. А Кинга, еще раз доеду туда. Что? Ты ему еще печку туда спусти, не знаю, ножницы, нож. Ангел, вам еще друга туда не надо, случайно? Нет, друга нам не надо. Я как этот, как его, человек с гор, оп. Нам нормально. Вау! Нет, меня не надо. О, это не те, что был. Я думал, это те, что меня скинуло, это звезда. Звезда? Звезда. Люди, у нас проблема. Какая? У нас нету булыжника. Есть булыжник. Я весь выкинул. У меня есть булыжник, я же его поднял. Ты поднял 30 стаков булыжника? Да, там... я с ними бегал и кидался ими. У меня есть, я сейчас дам. Тэчи, смотри. У меня 2 стака. Анга, подожди, я занят. А никогда не думали, почему некоторые люди говорят стак, а некоторые стека? Стэк более правильно, потому что это говорят, как правило, программисты. Но некоторые люди говорят стак, потому что они не знают английский язык. А почему стак именно 64? А потому что это половина, точнее 2 в 8. Не, не 8, а 6. Это в 2 в 6. Ой, я там сундуки какие-то закрыл. Есть максимальный... Дайте поспать. Дайте я объясню программирование. Есть такой тип, как... Не, у нас серия не про программирование, не надо. Ты лучше это яйца на морозе свои береги нормально. Где кровать? Так, где глина? Мне нужна глина. Глина. А глины нету. Глина, Галина ушла в магазин. Блин, кто мне руду скинул? Какой умник, блин. Руду. Пули. Ой, смотрите, здесь такая штучка четырехугольная. Как она? Она так пищит еще странно. Я ее убью. Это звезда, она может тебя убить, не? Да? Ну давай вдвоем заколпашим. Ты когда бьешь, прыгать старайся, чтобы критовать. Когда ты падаешь вниз, то есть ты когда... падаешь, смотришь вниз, тогда ты критуешь. Да не обязательно вниз, можно вверх смотреть, главное в прыжке. Нет, потому что ты именно падал, Барто. Мы сейчас ее убьем. У нас выпадет, наверное, шарды, да, какие-то? Да, алмазик выпал один. Барто собрал? Да, надо еще вроде бы сколько-то их, и у нас получится это. А я за уликом. Посмотрите, здесь очень много уликов белых, вот этих зимних и зимнего белого. Давайте мы тут лагерь разбиваем на несколько дней и немножко хоть покрафтим. Можно до джетпаков даже развиться, нет? Нет, джетпак маловероятно, потому что надо дофига ресурсов. Ну, я хочу летать. Грег Тэч. Ну ладно, я понял. Грег очень злой. Он не злой, просто надо электричество, а электричество для этого надо сталь. Сталь. Сталь железоволова. Я опять начинаю читать рэп. О боже мой, какой крутой рэп. Я точно считаю лучше рэп, чем ты. Кто опять чан грузит? Не знаю, кто-то. Пара-па-пам. Мои зомби-друзья уснули. Я буду на них смотреть. А вот теперь они проснулись, и я убегаю. Зомби-тормоза. Давайте постараемся чанг не грузить, хорошо? А то бегаете, прогружаете толпой чанки. Мне очень это... Зомби. Я гравий копаю. Какие нафиг чанки? Не знаю. Чанковые гравии. Эй! Это, по-моему, крафтит. Я не умею крафтить, я дом обороняю. На меня нападают тут постоянно. Так. Это было серьезно. Ай, капс, лови! Я иногда слышу звуки какие-то посторонние. Ой. Там был крипак. Я его суп с тарелкой. Ой, я придумал, я к ним его. Давай. Артом. Делаете, у меня здесь весь подарок. Ну давай, я пока ставлю факела. Вау! Что ты меня ударил? Ничего, я тебя не бил. Хотел тебе подарок делать. У меня есть много блоков красивых. Каких? Вот таких вот. Сейчас я не буду точнее. Где уголь? Слушай, Артём, мы накопали реалмит. Реалмит, может, И можно же сделать и кирку, и меч, и так далее. Да что вы будете оборонять меня или делать... нет? Меня убивают люди. А что такое Iron Fail? Fail. Это смотрите, я умру, я не буду бежать еще раз сюда. Я буду... Ладно. Давайте сделаем нормальные себе мечи какие-нибудь там. Нормальные мечи, сейчас нам еще рано.
Как? У нас 4 алмаза. Давайте я сделаю себе меч из алмаза. Нет, лучше не надо. Это реально лучше не надо. Лучше сейчас сделать другие инструменты. Летсплей будет из каюты. Я буду стоять и слушать вас. Меня убивают, всем пофиг. Не, я делаю меч просто. Барто, я бегу, 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 с головой зомби бегу. Бегу, лучше бы ТГ научился нормально говорить. Бега, бегу, беги. Ладно, я пошел люди от вас, я подошел подальше, все. Сами делайте все. Обижалкин. Тебя больше не возьмем. Ангел, ангел, сейчас спасу. Ангел, 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 ангел. Давай, 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 ангел, беги, беги, беги. Он меня сейчас убьет. Беги, ангел, беги, 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 ангел, ангел, беги, беги, беги. У меня одно сердце. Убил его? Ну у меня как бы тоже одно. О, помидорки. Кому помидорки? Какие помидорки? Здесь есть помидорки? А это что? Это помидор из этого звезды ледяной. Брату, стой там, брату. Да не буду я там стоять, уйди отсюда. Зомби напал на ангела, все по барабану. Да, а я ее спас, брату, я так ее спас. Помидорки получил. Спасибо большое. Я просто пока крафтила меч, на меня напали. Иди, кому помидорку? Подари помидорку. Мне помидорку, мне помидорку, давай. И брату, спасибо. Носи помидорку. Ура, у меня помидорка. Я себе сделал деревянные штаны. А мне еще купят. Деревянные штаны. Барто, дай мне помидорку. Оля, давайте сделаем сейчас ледяной меч. Давайте сделаем. У тебя шарт есть? У меня один есть, а у тебя есть? У меня есть один тоже. О, мне сейчас будет еще второй, если я, конечно, не сдохну. А там сколько их всего нужно? Два. Ну, беги ко мне тогда. Стой, сейчас еще одного убью, эту штуку. Там еще один есть, Барто. Давай его. Их же легко убивать, этих ледяных. Чурок. Да, ну хоть какое-то уже обмундирование, смотри, я деревянный человек. Он убивает, у тебя бьет, братан, 2 ударов этот меч. Он носит 5 урона. 5 сердечку. Если не ошибаюсь, конечно. Капс, как там на связи есть вообще что-то? Ангел! Ой, братан, давай мне, давай мне. Братан, давай мне. Погоди, ты тут мне скелет напал. Что давай. Тебе давай? Деревянный человек, давай. Я деревянный человек, я теперь. Ты Буратино, блин. О, я буду дендроидом. Буду медленно ходить. Ага. Кто? Дендроида. Если бы вы... А, вот мне... Ага, Барто? Ну тут так же строго, красавчик, что ты меня ударил. Может, вернешь ты мне меч? Эй, давай сейчас... Давай, еще давай добудем 2. Вот видишь, там еще можно 2 кристаллика добыть. Пошли. Нападай. Я сам нападу. Иго, сейчас... Я сам, не переживай. Ты сам попасть. Да, только мне нужно, может быть, помощь будет. Ты сказал, ты сам. О, все, одного убил. Блин, сегодня упали кристаллики. Жаль. О. Мне надо еще или 3 шарда, или 1 кристаллик. Ой, смотрите, вот этот большой человек, это кто? О, это? О, давайте его убьем. Где давайте. Большой человек? Брату, ну, брату. А, это мой друг Циклоп? Циклоп, да. Да, давай. Давайте под деревом спрячемся от него. Я люблю так их троллить вообще. Пойдем под дерево. Давай. Все. Привет, Циклоп, ты очень большой. Да можно под деревом стоять и бить его. Барто, я его заморозил. Он теперь медленно. У меня меч замораживает. Замораживает меч? Да, замораживает меч. Он теперь медленно ходит. Ангел, я тебя спасу, не надо. Спасибо. А что он дает? Что он дает? Это дает он циклоп глаз. Нам теперь надо еще рупий, и мы сделаем штуку, которая убивает Барто с одним ударом. Меня зачем-то с одного удара. Барто, а при чем тут Барто? Ну, он наносит 17 урона. Да, она мощная. Ну, а это какой, два удара и Барто нет, считай. Тэйчо, а какой тут самый мощный меч? А, халитовый. Какой? А, с боссом. А, с Барто он падает, понимаешь? С Барто он падает, ну да. Давайте убьем Барто. А где Капс? Капс там копает? Эй, кто украл мои кирпичи? Я. Эй, кирпичи вернул, я хочу ими срать. Да, ты совсем, походу, уже поехал. Надо прерваться, я думаю, да? Ага. Ну, я вас кирпичи. Потерял. О, я вас нашел. Кирпичи, брат. Спасайте меня. Давай. От кого? Там звезда. О, нет, где звезда? Звезды. Где звезда? Все нормально. Звезда. Я, короче, звезда. Вот тут вот остановлюсь, наверное. Попрощаюсь сейчас. С игроками. Всем пока-пока. Всем пока-пока. С вами был Бартоломео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я думаю, хоть какое-то разнообразие, то, что у нас зимний биом. Сейчас мы скрафтим тут кучу всего. И продолжим. Капс, нам нужны ресурсы. Не смотрите нас. Не смотрите? И смотрите. Не смотрите нас. Не смотрите, мы будем тут сами играть. Заходите, играйте. На этом сервере можно
элементарно зарегистрироваться, зайти и играть. Borealis.su, все дела. О, у нас снег я прошел. Я за. О, снег прошел. Ну, это хорошо. Я за.